синий свет в окно, похрустывает ельник, все ожидание полно, в рождественский сочельник. Встает звезда из-за лесов, сердечко так и бьется. Осталось несколько секунд, и Рождество начнется. Рождественский бал, какое чудо! Давайте поспешим на бал, сядем в сани и помчимся на веселый карнавал. Все ближе миг желанной встречи, блистает наш волшебный зал, прекрасный зал и свечи, свечи. Мы открываем рождественский бал! Добрый день, дорогие друзья! Уважаемые ребята и взрослые! С большой радостью приветствуем вас на ежегодном районном празднике конкурса детского творчества «Рождественский бал». Наш праздник открывает дверь в замечательную страну творчества, где живут волшебные мечты, надежды и таланты. А сейчас под бурные аплодисменты приглашаем на сцену всех участников конкурса. Thank you.
личного поздравления предоставляется заместителю председателя Октябрьского районного исполнительного комитета Шульцу Александру Анатольевичу. Приветствовать участников, зрителей на рождественском благотворительном балу, который традиционно проводится один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа. Символы Рождества Христова – это не только праздничное блюдо, рождественская ель, но один из важных символов Рождества – это Вифлеемская звезда, которая привела к колыбели Иисуса волхвов с дарами и указала путь до места рождения Спасителя. Сегодня эту символическую звезду мы крепим на рождественские ели, ставим свечи, чтобы показать детям символы любви и милосердия. Каждый ребенок, появившийся на свет, это радость, это маленькая звездочка. Сегодня в зале собрались наши звездочки, которые украсят своими песнями и танцами Рождество Христово. Главный и замечательный праздник. Пожелаем им успешного выступления, но всем присутствующим я желаю счастья, любви и добра на земле. Пусть все будут здоровы, успешны и благополучны. Пусть Господь оберегает вас и ваших близких от бед и несчастий. Всех с праздником! Сева Александр Анатольевич. Каждый из участников – индивидуальность. А в этом, конечно, есть уникальность. Не вижу никаких преград. Чтобы начать наш парад, осталось только представить жюри, оценивать их таланты. Будут они. Городная Анна Юрьевна, заведующая сектором культуры Октябрьского районного исполнительного комитета. Шульц Александр Анатольевич, заместитель председателя Октябрьского районного исполнительного комитета. Заречный Сергей Иванович, председатель Октябрьской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Циуля Ирина Сергеевна, первый секретарь Октябрьской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Березовская Татьяна Анатольевна, директор государственного учреждения образования «Детская школа искусств городского поселка Октябрьский». Ваши аплодисменты жюри! По традиции районный праздник-конкурс проводится в номинациях «Вокал», «Хореография», «Художественное чтение», «Карнавальный костюм» в четырех возрастных категориях 3-5, 6-9, 10-13, 14-17 лет. На конкурсе приветствуется исполнение колядок, произведений, соответствующих тематике праздника Нового года и Рождества Христова. Оценивается лучший карнавальный костюм. Учредителями и спонсорами праздника конкурса являются сектор культуры Октябрьского райисполкома, Октябрьская районная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь», районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», отдел образования Октябрьского райисполкома. Уважаемые друзья, каждый участник после выступления будет награжден дипломом и сладким призом. Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии награждения нашего праздника. Дорогие друзья, праздник-конкурс детского творчества «Рождественский бал» объявляется открытым! Участников и приглашаем пройти за кулисы для подготовки к выступлениям.
Всем участникам мы хотим пожелать удачи и вдохновения. Обыкновенное чудо становится необыкновенным, и волшебство начинается! Дорогие друзья, начнем нашу конкурсную программу с номинации «Вокал, соло», возрастная категория 3-5 лет. На сцену приглашается Володин Александр с песней «Снеговик», Государственное учреждение образования, детский сад номер 3 городского поселка Октябрьский. Встречайте! Я думаю, участник этой возрастной категории дал хорошее начало нашему конкурсу. Давайте еще раз поаплодируем ему. Следующие участники номинации «Вокал соло». Возрастная категория 6-9 лет. На сцену приглашается Сивак Есения с песней «Чародейка зима». Государственное учреждение образования – Детская школа искусств городского поселка Октябрьский. Всем постучиться сейчас.
счастье в дом. Мы зиму чародейку ждем как чудо, ведь от чудес становится светло, и от тепла родных счастливей будем, и бумерангом полетит добро. Пусть сказка зимы продолжается, и море чудес не кончается, и те, кто в разлуке встречаются в зимнюю ночь. Чародейка зима, скажи празднику да, волшебство никогда не закончится, будет в наших сердцах навсегда. Чародейка зима, скажи празднику да, волшебство никогда не закончится, будет в наших сердцах навсегда. Пусть каждый дом наполнится любовью, надежду у птицы счастье принесет, ведь чудеса случаются зимою, и каждый непременно счастье ждет. Счастливые часов не замечаю, но лишь одни так дороги стране, все в нужный час желания загадаю, и все мечты исполнятся в войне. Конкурсную программу продолжает Лазюк Анна, Государственное учреждение образования, детский сад номер 3, городского поселка Октябрьский. В ее исполнении прозвучит песня «Дракоша». Маленький
Христова, самый светлый день в году. В чудо верить мы готовы, волшебства все люди ждут. Черникевич Илья, Государственное учреждение образования, детская школа искусств городского поселка Октябрьский. С песней «Новогодняя». Протоиерею, настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы, отцу Герасиму. Потому что, вы знаете, вот
сегодня не хотелось бы это говорить, но все равно скажу. Хваленый Запад, они там, те страны, они уже забыли, что такое Рождество Христово. Они празднуют Рождество. Какое Рождество? Спроси, не знают. То есть превратили в какой-то культ. А мы должны праздновать Рождество Христово. Потому что наша, во-первых, наша эпоха начинается с Рождества Христова. Во-первых, самое главное, это те нравственные аспекты, которые сегодня должны иметь, во всяком случае, в нашей стране, ту христианскую ценность, которая способствует, во-первых, пониманию любви, радости, милосердия, кротости, терпения, в конце концов, правде. И, как описывается Священное Писание, сказано, рожденный младенец пришел в этот мир, чтобы каждый верующий человек не погиб, но имел жизнь вечную. И с Рождеством Христовым связано очень многое. Это не просто вот какой-то там праздник. Это праздник, во-первых, понимание прощения, понимание любви, радости, смирения, терпения. В конце концов, мы должны бывать на то, что Господь и Священное Писание пишет, что человек создан по образу и по подобию нашему. Если мы люди Божьи, то мы не должны любить любого человека. Независимо, он нам нравится, не нравится. Он красивый, некрасивый. Но он же человек. Мы должны с вниманием к нему относиться, с пониманием, уважать его, хотя бы образ, как образ Божий. И тогда на сердце нас самим станет легче. Радость, веселье. Вы же сами знаете, когда сделаете хорошее дело другому человеку и чувствуете, что тот человек с радостью к этому отнесся, не меньше радости на нашем сердце, а порой даже еще и больше. Мы тогда чувствуем себя значимыми, мы тогда чувствуем себя, что нас понимают, нас слушают, нас уважают. Это очень важно. Поэтому вот эта ценность любви, радости, любви, веселья, терпения, смирения, вот этих нравственных аспектов, которые не должны меняться никогда. Их невозможно поменять. Невозможно сказать, что в семье там рождается от матери или отца, от матери и отца человечек новенький. Он же понимает ту или иную сторону. Он же понимает.